продуктов питания. Что я имею в виду? От яблок, бананы. И как они, как мы их распределяем? Ну вот у нас склад нам дал 2 тонны бананов. У нас есть еще в запасе 3 тонны бананов. Вот мы можем их еще распределить. Знают ли все, что у нас есть такое? Вот все, кто сегодня находится на довольствии, они должны четко понимать и знать. Надо связываться, что у нас есть, чтобы оно не пропадало. Если есть какое-то, мы должны оперативно, связь должна быть с воинскими частями или с территориальной обороной, кто не занимается хозяйственной частью, где какие продукты необходимы. Может быть, это необходимо на блокпосты завести, чтобы не было. Значит, нужно посмотреть локации там, всех. У нас они есть, мы не будем о ней говорить. Есть локации. Кто едет, мы, допустим, завозим 18 часов или на ночь завозим продукты. Или там в 3 часа, не знаю, мы определим, сколько это будет.